блокчейн как решение по сохранению экологии. Бельгийская компания SMAPI запустила SolarCoin, который позволяет пользователям заработать посредством производства солнечной энергии. Согласно Quartz, SMAPI изначально – это приложение для потребителей по контролю использования энергии для экономии средств. Стефан Грожин, основатель SMAPI, заявил, две трети пользователей приложения имеют солнечные батареи. И теперь проект мотивирует использовать солнечную энергию, вознаграждая потребителей SolarCoin'ами.